Друзья, всем привет! Всем классного, хорошего дня! Хотел поделиться с вами такими впечатлениями о покупке. Приобрел себе вот такие вот очки. Если знаете, для чего они нужны для вождения автомобиля в разных условиях эксплуатации. В снег, в дождь, в сырую погоду. И особенно в таком пасмурном состоянии, когда передвигаешься, очень хорошо помогает искажать блики, которые идут с улицы, да, когда ты едешь за рулем. Ну, то есть вид у них вот такого плана, да, они есть разные. У меня вот такого плана я приобрел. Ну, я думал, это, конечно же, какая-то полная чушь и ерунда, но на самом деле видимость просто бомбическая. Резкость наводится на автомобилях, да, когда едут фары, тебя не слепят. Все в таком правильном свете, и все светят, грубо говоря, в желтеньком свете. Фары автомобилей. Очень прикольно, глаза не устают. Вождение бомба, супер просто, ребят. Рекомендую однозначно попробуйте, приобретайте, покупайте. Просто супер вещь, ребят. Вот такого плана, да, специальные очки для вождения автомобиля. В плохую погоду. Мне даже продавец сказала, что посмотрите, кайфанете в снег, когда снег будет, когда кругом будет белое, да, вот это отражение от солнца, будет, глаза будут болеть, а вы будете просто кайфовать, ребят. Машинка наша, да, Лада Веста, продолжает радовать, просто бомба, супер, вождение великолепно в этих очках. Советую, рекомендую, ребят, обязательно приобретайте и поделитесь впечатлениями в своем видео. Может, уже кто-то пользуется такими очками. Я раньше думал, так это шалости, баловство и вообще выброшенные деньги. Но взял и ни капельки не жалею, ребят. Бомба просто. Все предметы по дороге, все очень четко детализируется. То есть нет никакой расплывчатости. И глаза не устают. Вещь просто обалденная. Да, специальные очки называются для вождения в экстремальных условиях погодных. То есть очень круто, круто, ребят, советую однозначно. Напишите в комментариях, кто уже пользуется такими очками. Правду я говорю, либо нет, поставьте плюсики, минусики. Интересно ваше мнение по пользованию вот таких очков в своем автомобиле. Всем пока-пока, делитесь эмоциями и своими впечатлениями. Всем хорошего дня.